В эту субботу, 19 января, пройдут крещенские купания. Тагильчан приглашают окунуться в Иордань на Тагильском пруду с 8 до 22 часов. Освещать воду планируется в 10 утра. Организацию мероприятия обсудили в городской администрации. В первую очередь будет стоять, конечно же, палатка. Палатка будет отапливаться, чтобы тагильчане могли комфортно раздеться и одеться затем. Будет обеспечение медицинским, медицинское обеспечение также, ну и, конечно же, охрана правопорядка. Погружение в крещенскую прорубь символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Считается, что в этот день любая вода приобретает особые свойства, полезные для человека. Традиционных крещенских морозов в этом году не ожидается. Синоптики обещают довольно теплую погоду – -5, -7 градусов.